Всем привет! Мы находимся с вами в нашем магазине в торговом центре «Столица». Здесь огромный выбор разнообразных тканей. И сегодня мы с вами будем искать те ткани, которые подойдут для пошива новогоднего образа. И сразу при входе, смотрите, вас встречает наш шикарный манекен вот в этом дизайнерском джинсе. Джинс «Дизель» очень плотный и хорошо держит форму. Из него шьют прекраснейшие корсеты, также юбки объемного формата. Если вы хотите такой же экстравагантный образ, то приходите. Осталось у нас его совсем немного. Это итальянское производство и очень ограниченный метраж. Переходим сразу к нашему стеллажу с блестяшками, новогодними пайетками, которые отлично скрасят ваш новогодний вечер. Здесь пайетки разной формы, на сеточке есть. Пайетки сейчас это тренд сезона, из них можно шить длинную юбку, надевать как со спокойным верхом, например, с обычной футболкой или пиджаком, так и более нарядного формата. Прекрасно будет смотреться в любом случае. Потом можно стилизовать и в дневном варианте, а также в вечернем. Прекрасно носить еще и в повседневной жизни. Это у нас ассортимент торгового центра «Столица». Также очень большой выбор пайеток. Есть «Галилео» на нулевом этаже. Приходите и туда. Совсем рядышком находится. Можно прогуляться. Также обратите внимание вот на эту новую сеточку. Ее очень быстро раскупают, поэтому, если вам понравилось, приходите и сразу тоже покупайте. Можно шить гольфики, также обработать, например, верхнюю часть платья, или полочку, или просто рукава, а может пустить на спинку. Сеточка хорошо тянется, она эластичная. Также к Новому году будет вам очень актуальна вот такая сетка с бусинами, а также сетка с глиттером, например. Можно шить гольфики, а также можно обработать просто частично ваше изделие, и будет очень даже интересно смотреться. Вот такой вот фатин с глиттером у нас тоже есть. Его очень любят пускать на пышные юбки, а также для детских платьев. Есть разные оттеночки. Спокойно можете что-то выбрать. Вот такой ассортимент фатина. Из последнего нашего поступления снежинки из глиттера нанесены на сеточку. Есть три вот таких расцветочки. Прекрасно будут смотреться в платье Эльзы, например, для ребенка на новогодний праздник. Новогоднему вечеру вы также можете присмотреть вот эту прекраснейшую ткань. Здесь люрексовая ниточка, она довольно объемная. Это трикотаж, и он прекрасно тянется. Можно шить платье в облипку или какую-нибудь блузу. Очень красивый, вот только посмотрите, как он блестит. Такое как будто леопардовое напыление. Есть у нас также трикотаж Galaxy, вот такой черный, тоже с люрексовой ниточкой, который прекрасно будет переливаться на вашем платье. И есть у нас еще вот такие вот расцветки трикотажа с люрексом «Карнавал». Трикотаж отлично тянется, практически не просвечивает, но для полной уверенности можно использовать под низ трикотажную подкладку. Можно шить длинное платье, а также блузы. И есть еще вот такой прекрасный, вы посмотрите, какой хамелеон. Невероятно просто будет он переливаться и блестеть. Это трикотаж с люрексом «Антик». Такого точно ни у кого не будет. Бархат был, есть и будет всегда очень актуальным для праздничных образов. Из него можно шить платья, также блузы
или цельные костюмы, брюки и пиджаки. Смотрите, какой благородный отблеск. У нас есть разные виды бархата. Есть обычный стрейч однотонный, а есть также крэш-эффект. Очень красиво и очень изящно будет смотреться в платье. Рекомендуем присмотреться к нему. Он хорошо тянется в ширину. Ссылочка на наш каталог будет под этим видео в описании, поэтому заходите на сайт и выбирайте свой новогодний наряд. Если вы мечтаете о королевском образе, то рекомендуем присмотреться к вот такому кружеву с глиттером. Плотная сеточка, на котором нанесен узор, прекрасно будет для пышных платьев. Также можно просто корсет, например, оделать, или рукава, или просто спинку, полочку, и уже будет выглядеть шикарно. Есть разные узоры. Она у нас сейчас, кстати, эта ткань на скидках, так что рекомендуем присмотреться. Переходите на сайт и сразу выбирайте. Также есть у нас вот такие сеточки с объемной вышивкой. Хорошо будут смотреться и на детских платьях, и на взрослых. И вот такая сеточка, например, с вышивкой тоже есть для блуз как раз нарядных. И из последнего поступления к нам приехала шикарнейшая сетка с бусинами и пайетками. Смотрите, какая. Вот из нее просто королевский наряд будет. И также рекомендуем присмотреться вот к этой классной сетке с бабочками. Они как будто порхают прямо у вас на платье. Конечно же, самым популярным материалом для новогодних образов всегда был и будет вот такой трикотаж с глиттером. Он невероятно блестит. И прекраснейшее платье из него получается. Есть у нас разные виды, разные расцветки. Подберете под любой вкус. Трикотаж тянется. Здесь напыление глиттера. Оно может осыпаться в процессе пошива или в процессе носки. Но вы получите просто потрясающее, невероятное платье, которое затмит всех вокруг. И вы будете королевой вечера. Есть еще у нас из новиночек, смотрите, какая креповая, прекраснейшая ткань с таким напылением. Выглядит очень дорого. Можно шить платье на молнии, также юбку на молнии. Тут полотно не сильно тянется, оно практически не тянется, поэтому нужно вшивать молнию. Вот такая красота в нашем магазине в торговом центре столицы. Также ссылочка с этими тканями будет у нас под видео, поэтому можете перейти и посмотреть еще более детально на нашем сайте. Есть очень много фотографий и полная характеристика и цены. Вот этот трикотаж «Лунный свет», он с люрексовой ниточкой, он не осыпается, но более плотный и будет вот так вот больше держать форму. Тоже прекрасная вариант для пошива платья, футляр или юбки. Это креповая ткань. Вот. Тут у нас есть парча, разный трикотаж с глиттером и вот такие потрясающие просто перышки. Посмотрите, какие они классные. При движении они как будто танцуют. В столице представлены три вот таких расцветочки, а в других магазинах у нас есть еще. Из этих перышек можно пошить юбку или просто оделать, например, низ изделия, а может быть рукавчики. А также для детского платья или кофточки просто прекрасно. А если вы мечтаете о наряде, который можно потом будет носить в повседневной жизни, то рекомендуем рассмотреть еще вот такой вот трикотаж. Это евроангора с люрексом. Очень мягкая, и у нас есть разные расцветки. Можно шить, например, костюм, брюки широкие и длинную кофточку. За счет вот этого люрекса оно будет очень прекрасно и празднично смотреться. Но в то же время вы потом сможете носить его и по отдельности в повседневной жизни.
Это если у вас, например, намечается праздник на свежем воздухе или загородного типа, то тогда вот шикарный вариант. Будет и празднично, и удобно. А еще есть у нас очень большая палитра Армани шелка. Этот материал всегда любим нашими клиентами. Из него можно пошить прекрасное платье-комбинацию или длинную струящуюся юбку. И будет актуально не только на Новый год, но и на другие праздники. Большой ассортимент также есть в других наших магазинах.